Друзья, всем огромный привет! С вами Маша, я рада вас приветствовать на своем канале на YouTube. Ну что же, конец апреля, погода налаживается. Я думаю, практически у всех уже стало тепло, где-то 15-20 градусов, я надеюсь. Тем не менее, все мы до сих пор сидим на карантине, но что-то надо предпринимать, куда-то мы все-таки выйти можем. Это, например, за едой в магазин или, может быть, в парк или за город куда-то выбраться погулять с семьей. Для этого как раз времени я составила для вас несколько образов. Вот с этим самым бежевым пиджаком из Zara я вам покажу, как его можно скомбинировать с какими-то вещами. Свои образы я всегда показываю на примере своего собственного гардероба. Я думаю, все из вас это знают. И сегодняшнее видео будет также не исключением. Я вам покажу, как данный бежевый стильный пиджак из Zara можно скомбинировать с другими вещами, подобрать простые образы, casual образы на каждый день, которые подойдут и для похода в магазин за едой, и для прогулок в парк с семьей и детьми, и для загородных прогулок. Итак, поехали! Сегодня это все. Я надеюсь, данное видео вам понравилось. Пишите внизу обязательно, как всегда, в комментариях, какой именно образ вам понравился, какой нет и почему. Не забывайте, пожалуйста, открывать инфобокс. Там всегда написаны все ссылки на данные вещи. Я всегда указываю ссылочки на вещи, которые показываю в видео. Если каких-то ссылок там нет, значит, данная вещь уже распродана или уже, может быть, из прошлой коллекции. Ее, конечно, не найти где-то в онлайн-магазине. Итак, еще раз спасибо за видео, что вы его посмотрели. Не забывайте подписываться на канал. Также заходите в мой инстаграм. Мы увидимся с вами очень скоро, через несколько дней. Я уже подготовила для вас следующее видео, как раз будет полезно в карантинный период. Итак, спасибо за внимание и пока-пока. С вами была ваша Маша.